尊敬的普京总统，我的老朋友，很高兴在岁末之际啊，同你举行今年的第二次视频会晤。这也是我算了一下，从2013年以来啊，我们的第37次会晤。近来呢，你在多个场合称赞了中俄关系是21世纪国家间协作的典范，坚定地支持中方捍卫本国的核心利益，反对离间中俄的企图，我对此高度赞赏。Текущий год наших отношений прошел под знак 20-й годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его действия продлеваются на новый 5-летний период. Последовательная реализация этого основополагающего документа, который в полной мере отражает глубокие исторические традиции дружбы и взаимопонимания между российскими и советскими народами, позволило вывести наши отношения на беспрецедентно высокий уровень. 双边贸易额在前三季度啊，首次突破了1000亿美元大关，今年有望再创新高。今年以来呢，中俄新时代的全面战略协作伙伴关系经受了各类风险和挑战的考验，始终保持强劲的发展势头。В России хранят память о славных страницах совместной истории. КНР встречает этот юбилей новыми достижениями, как в социально-экономическом развитии страны, так и на международной арене.我一直期盼着再过一个多月你将访华并出席北京冬奥会开幕式。我对我们的冬奥之约十分的期待，愿同你携手一起向未来共同开启啊后疫情时期中俄关系的崭新的篇章。Наконец-то сможем встретиться и лично, как условились, с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Признательным за приглашение сидеть на мероприятии. Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения.Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. Я и умею это делать.